Нижнекамск. Помнишь, мы когда на теплоходе едем, тоже такие часто видим дома и вот эти вот так же. Помнишь? Почему? Потому что у нас обычно, когда очень большая вода, размывала все время набережную. Поэтому решили, что нужно больше немного отвечать. Купа здесь там надо девочку занимать. Очень ничего не понимаю. Да, понял. Я думаю, воду набирать. Насчет туалета. Или... Машина тут едет. Ты два раза кусок? Субтитры сделал DimaTorzok.
А, ну вон источник. Будешь купаться? Здесь купаются. Купаются. В прошлый раз купались же, помнишь? Прозрачная. Ступенечки. Бассейн прям. Ну, я говорю. Плавает. Я помню, что такой был бассейн, там лягушки были. А вот он водопад этот. Джакузи. Джакузи? Что там долго тут? Будь здоров. Тебе... А ну-ка я попробую, попробую. Холодно, что ли? Ныряйте. Тепло ли тебе, душенька? Ну, а теперь я... Давай. Ну как? Ну как? Нормально. Нормально? Чего ж без эмоций-то совсем? Ага. Не ноль. Помочи ручку и пойди. Может, набрать, что? Ну набери, что бутылку раз взял, что-то. Тем более запасная бутылка есть у тебя. Подготовился. Давай, давай, залай. Ну вот набрали. Ну как она прозрачная прям. Холодная. Пить не советую пока. Обалдеть. Ну, нагреешь чуть-чуть, да? Поносишь, нагреешь. Теперь не тащи ее из воды. Тоже едет, Алексей, тоже партия, правда? Да. Только такое было хмельное стильчество. Конечно.
фасада 20-летия. Как у нас сразу оговорку сделаю. Помощь не заставили, но кого больше проживать. Если мы за них как смотреть, что человек да, с того, что город 61 год начала, то есть 60 лет, всесоюзная ударная комсомольская стройка, приехали, естественно, все молодежь, воспитанные в этой жизни, да, и когда стали возвращать землю к этому сооружению, в таком месте. Нижнекамск. Так много места. Давай, смотри. Какие-то немножко другие трамваи. Ага, совсем другие. Восстановили, отремонтировали, реконструировали два трамвая, которые...
А кстати, кто хочет мороженое, вот пойдет к нам. Вот они, голоды уже, все, костеры долго сидят, варево варят. Наши ж белые тоже голодные, подходят и целиком. Вот, сначала на них обозрели, а потом... Мам, давай папе телефон, да? Thank you.
Готовился, что ли? Пряники,
мальчик, что зависит от тебя. Я говорю, да, здорово. Да, там 20. Вот мы с вами посетили Нижнекамск. Тут уже Женька, как всегда. Фонтан такой красивый. Предыдущим пару лет назад мы с вами уже там были. В конечной заставке у вас будет ролик, как мы там были. Или ссылки. Я разделю. Но вот там фонтан.